В разогретый казанок отправляем свининку. Думала, буду на курице готовить, но курицу Дима не любит, поэтому свинина. Масла я не добавляю, пусть наше мяско жарится. Морковочку нарезала брусочками, здесь три такие средненькие морковочки, и луковицу полукольцами. Наше мяско дало сок, надо, чтобы вот эта вся водичка выкипела, ребята. Капусточку нашинковали. Водичка наша, ребята, почти вся выкипела. Засыпаю сюда лук и морковь. И перемешаем. Лук с морковочкой стали уже мягкие. И на этом этапе мы добавляем все ваши любимые специи и соль. Я добавила черный перец, паприку, итальянские травы и неполную чайную ложечку соли. Сейчас перемешаю, и пусть минут 10-15 оно у вас потушится. Прошло 10 минут, наши приправы хорошо соединились с овощами и мяском, и сейчас мы будем добавлять нашу капусточку. Переложили и накрываем крышкой. Пусть она немножечко, буквально минуты 2-3, обмякнет, а потом перемешаем. Капусточка стала чуть мягче. Ее теперь намного удобнее перемешивать. Так что периодически помешиваем и ждем полной готовности. Попробуйте потом через некоторое время, минут через 10, на соль, на специи. Возможно, вам захочется что-то добавить. Все, ребятушки, капусточка с мяском наша с вами готова, очень вкусная и без единой капли масла, потому что свинина, она сама по себе жирненькая, не надо добавлять растительного масла. Всем приятного аппетита! Ветер становится все сильнее, ух, вьюжит. Вьюжит, ребята. Посмотрим, что будет ночью. Вот так вот. Но 0 градусов. Вот тебе и погодка. И весь день идет снег. Посмотрите, машины какие, которые не трогали, уже в снегу, как в сугробике. Вот так вот. Снег идет, 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 идет. И ветер сильный поднимается. Вот наша мусорка стоит. Сбегала я, вынесла мусор. Время 18:52, и приступим ужинать. Ужин наш с вами. Капуста тушеная с мяском и овощами. И неполная чашечка кефира. Всем, ребята, приятного аппетита. Все, ребятушки, поужинала. Таблеточки выпила. Глюкофаж свой, и пошла маршировать. Не даем себе расслабона, никакого расслабона. Вперед и только вперед. Дистанция у нас с вами сегодня 15. Фух. 80 минут 30 секунд. Все, ребятушки, вот так заканчивается у нас сегодня вечер субботы. Всего вам самого хорошего. Побежала я в душ. Вот так вот, ребята, я одеколоном сожгла себе пятку. Кожа до сих пор пластами, вот прям пластами, каждый день слезает. Надеюсь, вот это последний раз слезет. Вот там прям, видите, шелушится все. Надеюсь, вот этот кусок еще слезет и все пройдет. Доброе-доброе всем утро, воскресенье, ребята. У нас по-прежнему идет снег, шел всю ночь, был очень сильный порывистый ветер, сейчас все стихло, и вот вы видите, как все опять замело, все машины в снегу. Вот, снег продолжает идти, на улице минус 1 градус, и вот такая невесенняя погодка. Солнышка сегодня нет. На улице
минус 1 и 7 часов утра. И Толяшенька маму охраняет, как хвостик. Куда мамочка, туда и Тоша. Мама пришла на кухню водички попить, и Тошенька рядышком. Да, в окошко сейчас смотрела, а теперь развалился на столе хозяин. Да? Я тебя люблю, и ты меня. Он все время, когда так со мной разговаривает, глазками моргает, значит, он доволен и меня понимает. Все, сейчас попьем водички с Толей тепленькой и какими-нибудь делишками займемся. Проснулись мы сегодня очень рано, в 4 часа утра. Чего-то не спится. У нас сейчас выглянуло солнышко и время 12.06. И мой сегодняшний завтрак. Здесь у меня 120 грамм творога, один такой вот бананчик я покрошу сюда и возьму 2 чайные ложечки сметанки. Вот такой вот завтрак сейчас перемешаю и буду есть. И наш с вами цикорий с молоком. И опять один хлебечек гречневый с кусочками слабосоленой форельки. Всем приятного аппетита! Девчоночки и мальчишечки, если меня смотрят, всем привет! Сегодня у нас с вами воскресенье. И я хочу показать вам несколько упражнений для подтягивания наших трипцев. Правильно я говорю? Может быть, неправильно, но в общем вот эта мышца, которая очень быстро у нас с вами дреблеет. Ноги у нас постоянно в тонусе, мы занимаемся на тренажере, а вот руки у нас практически не задействованы. И чтобы у нас тут вот не висело, ничего не болталось, мы с вами сделаем несколько упражнений. Я сейчас смотрю разных фитнес-блогеров и кое-что от них перенимаю. У меня есть 2 вот такие гантелечки. Но гантели не обязательно, ребята. Можно взять просто 2 пол-литровые бутылочки с водой. И будет все отлично. Я не знаю, будет ли видно. Куда же мне встать, чтобы было видно? Почему-то не хватает. В общем, первое упражнение. Руки держим вот так вот вместе. Заводим за голову. Локти вот прямые. И выпрямляем руки до конца. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Стараемся, чтобы руки у нас выпрямлялись прямо хорошо, чтобы локти были ровненькие. Делаем это упражнение по 3 подхода по 10 раз. И наши с вами мышцы вот здесь начнут натягиваться. Для второго упражнения нам понадобится всего 1 гантелька. Итак, мы встаем, одну ножку нагибаем, ставим на нее руку, выбираем удобное положение, вторую ручку сгибаем. Вот, и также вдоль нашего тела рука будет двигаться. И раз, два, раз, два. Насколько возможно руку поднять, настолько и поднимаем. Стараемся как можно выше, можно задержаться. Локоть точно так же полностью выпрямляем. Три. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Теперь меняем положение наше. Точно так же сюда ставим ручку, в локте сгибаем и поехали. Раз, два. Руку можно задержать, чтобы напряжение пошло. Три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Точно так же это упражнение слева и справа делаем по 3 подхода по 10 раз. Третье упражнение, ребята. Встаем, ноги на ширине плеч, чтобы вот так ровненько было. Ручки вот так, и будем с вами делать такие выпады. Раз, два, раз, два. Точно так же можно раз задержаться, два, раз, два, раз, два. Можно так. Можно, чтобы так локти наши были. Раз, два. Полностью выпрямляем. Раз, два. Чем дальше от стены мы с вами встанем, тем сложнее будет наше упражнение. Раз, два. Это как будто бы у нас отжимание. Раз, два. Раз, два. Спинка ровненькая. Раз, два. Раз, два. Можно еще дальше встать. В общем, насколько вам позволяют ваши возможности. Чем дальше, тем сложнее и сложнее. Ух! Такое упражнение мы с вами делаем тоже по 3 подхода, по 10-15 раз. Ну и как говорят блогеры, ребята, через 30 дней наша с вами вот эта вот мышца станет накачанная, не будет дряблая, и будем мы с вами, наши ручки будут выглядеть на 25. Так что, если хотите, пробуйте. Я с вами поделилась. Я всем желаю прекрасного воскресного денечка, ребятушки. Не болейте, берегите друг друга. Здоровья вам крепкого. От меня вам теплое-притеплое сердечко. Ну, а я продолжу делать зарядку дневную. А вечером стану на тренажер. Всем всего самого-самого прекрасного, мои дорогие и любимые девочки. Спасибо вам за комментарии, спасибо за то, что поддерживаете меня в столь сложном моем эксперименте. Очень хочется сбросить лишние килограммы. Много, ребята, не хочу. Спасибо, что написали, что я хорошо выгляжу. Мне очень и очень приятно. Но вот лишних бы килограмм 10-15 я бы с удовольствием сбросила, потому что вот при 95 килограммах я себя чувствую просто идеально. Ну, мне комфортно, все-таки хочется носить размер одежды немножко меньшего размера. Всем всего хорошего, девчонки, пишите комментарии, будем с вами обсуждать, общаться, подписывайтесь на мой канал, мне очень-очень приятно. Всем пока-пока!